упаковали для Навального подарочек. Что нужно у него штабчик. И будет, думаю, пользоваться он. Сейчас мы его в штаб отведем, пусть пользуется. Хватит ему пока на первое время. А потом, если мало поймет, добавим, подарим еще. Пришла. Эти боятся открывать. Не хотят. Ребят, мы вам посылку принесли, открывайте пошире. Это вам подарок. Ну, что такое? От путинских. От Путина вам подарок. Подарок. Вы теряете. Если нужно будет, еще потом привезем. Не стесняйтесь, скажем.